Выездное мероприятие проводится в гаражном кооперативе «Ямал» с целью обнаружения и выявления признаков административного правонарушения на данной территории. Меньше 15 минут потребовалось специалистам муниципальной инспекции, чтобы полностью осмотреть гаражный кооператив общей площадью почти 7 тысяч квадратов. За это время контролерам удалось зафиксировать как минимум 3 серьезных нарушения. Вот мы видим одно из нарушений в данном гаражном кооперативе. Это свалка мусора, как твердых отходов, так и мусора потребления гражданами данного кооператива, которое является следствием именно отсутствия контейнеров в данном кооперативе. Учитывая размеры гаражного кооператива, здесь должна быть площадка как минимум для 3 мусорных контейнеров, но бака нет ни одного. Не установлены и общественные туалеты. Удивил контролеров и большой снежный накопитель. Как мы видим, на территории гаражного кооператива снег убран. Видим, производилась его очистка, но снежные массы, как мы сейчас посмотрим дальше, вывезены и передислоцированы за территорию гаражного кооператива. В Новом Уренгое более 80 гаражных кооперативов. Такие проверки специалисты муниципальной инспекции проводят регулярно. Фиксируют все замечания, вносят их в протокол, а затем передают его на рассмотрение административной комиссии. Юридические лица должны надлежаще содержать свою территорию отведенного участка и его целевое использование. Допустим, в зимний период необходимо заключать специализированные договоры на вывоз снега, поддерживать территорию в чистоте, порядке, иметь специальные контейнеры для накопления твердых бытовых отходов. За нарушение гаражному кооперативу грозит административное наказание. Штраф составляет до 20 тысяч рублей. Мария Бохова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».